В историческом центре Пальма-де-Майорка все чаще стали появляться граффити с лозунгами против туризма. Туристы, езжайте домой, беженцы, добро пожаловать, остановите иностранцев, и туризм уничтожает наш город. Подобные призывы стали появляться на фоне роста числа отдыхающих, которые, по мнению местных жителей, разрушают город. Список претензий широк. От вырезания сердечек на исторических зданиях до резкого ухудшения экологической обстановки на период так называемого высокого сезона с апреля по октябрь. К слову, в этом году общее число иностранных гостей за указанные 7 месяцев по прогнозам превысит 13 миллионов. Большинство традиционно туристы из Германии.